Спасибо большое, Даниил Ефремов. Мое почтение. Давайте посмотрим. Он вам не Колян. Шокирующее разоблачение. В общем, коррупционной схемы у китайцев. За ногу, блядь. Почему стратокастер-то, а? На нем же Поливалова, интересно, или нет? В натуре проспал сонный стрим, получается. Нихера. Спасибо большое, спасибо, Виктор из Магэд Эсгуарда. Чон, видео 1140492.5, подчеркивание 456239996. Не-не-не, Навальнята еще же 30-го выходит. А, то есть нет. Кинокритик, спасибо. То, что в фильме «Огонь деревни далеко от воды», это еще ладно. Гораздо более нереалистичным является то, что ни один из персонажей фильма вообще не в курсе того, что у Лёса был секс с Алексом Найтмэр. Сука! Спасибо, кинокритик, за донат. Да, действительно, вот это самая нереалистичная хуйня, конечно. Вообще бесит, пиздец. Как бы на самом деле это не Фендер, это скорее как бы Виктор, потому что Франкенштейн. Ну то, что здесь как бы звукосниматели соответствуют. Короче, у Коляна теперь появился брат Виктор. Вроде как, да? Ручка мягенькая, с специальным подходом. Чисто Витя и Коля. С ометром. Вроде все как нужно, да? Как бы сколопчик, да? Уверенный сколопчик. Но по факту это немножко не то. Но инструмент достаточно интересный. Чуточку, малость. Спецификации я напишу в описании, потому что мне лень запоминать, и мне вообще насрать абсолютно. Единственное, скажу, что это неудобная пятка. Ага. Как, блядь, играть с этой пяткой, я вообще не представляю. Когда тебе нужно вот куда-нибудь сюда заехать, это просто, ну, я не знаю, проще в гору забраться. Просто ты вот забираешься, серьезно, на корячках в гору. Это реально будет проще, чем вот просто залезть на верхние лады. Это ужасно, это отвратительно. Да, на нее тяжело переучиться. Так, вы спросите, почему она выглядит как говно? Дело в том, что я немножко решил покастомизировать, и, в общем, это зашло слишком далеко. В итоге я его покрасил пикгард. Соответственно, покрасил этот от среднего датчика крышку, которую в итоге сам датчик, короче, он был снят. Но крышка от него была заглушка, типа. Я, короче, ее покрасил. Ну и теперь огонь. Ну, мне так кажется. Вот. Ну, здесь этот тон был. Я его, короче, отрезал, убрал. Была дырка, решил заклеить. Одно, второе, третье. Короче, говно получилось. В итоге решил оставить как есть. Что мне насрать, вообще честно. Что могу сказать? Ручка громкости. Это, ну, это просто... Здесь еще была ручка, она у меня есть, но не с собой. Поэтому, как бы, ну, без нее пока. Здесь стоят, по-моему, 10-е струны на строй ре. Ре стандарт. Я играю в ней на ре. Не спрашивайте, почему. Ну, просто вот дурачок такой. Это не родной гриф. Это, короче, гриф какого-то екатеринбургского мастера самоцвета. Данилы мастера. И он, короче, его запилил, но запилил его достаточно оригинальным способом. Вы можете обратить... Ну, проблема в том, что мне-то вообще насрать. Я стараюсь сделать вид... Ну, короче, даже не делать вид, а, типа, заинтересоваться немного этим, но... Внимание на вот эти вот щели, на эти дырки. Мне сложно что-то добавить и докомментировать. И я не знаю, должно ли быть так, или просто она поскорябалась, пока ее вставляли туда. Но выглядит все, конечно, очень пугающе. Так же, как ровно что там и сзади.
Да, видите, я залочил машинку, и это, я считаю, достижение, потому что нафиг она нужна, по сути. Ха! Не знаю я, зачем нужна эта машинка. Это Вилкинсон. И она как бы и туда, и сюда может, но по факту, как бы, строй немножко ему, ну, насрать, куда ты хочешь, туда, назад, как бы, лишь бы расстраивалась. Там в рекомендациях вылезло это самое для важных переговоров. Что у тебя с психикой, приятель? У тебя больной, искаженный взгляд на мир. Порожек, наверное, латунный, не знаю. Это не имеет значения. Это не имеет значения. Имеет значение то, что здесь стоят тоненькие струнки для этого строя. И есть сколопщик. Сколопщик очень помогает работать при в бендах, в вибрато и так далее. Все это звучит достаточно сочно. Эта гитара мелькала у меня несколько раз в видео, а точнее раз почти половина из всех, которые там есть. На ней я чаще всего играю всякие соляки, записываю кого-нибудь соляки. В общем, кому надо записать соляк, вы мне напишите, может вам интересно будет. Смотрите, обратите внимание, здесь пяточка с металлической такой, так сказать, кожухом. И здесь написано Fender Corona California. California, прошу, обратите внимание, California. 4 болтика. Нет, ну как бы здесь-то сточили, да, сточили, но все равно не хватает. Не хватает. Ну, это, наверное, все, что я могу сказать об этом инструменте. Лишь напомню, что он весит упомрачительно много. Ну, неудобно, неудобно. Так-то играть на нем классно, и звучит он интересно, но и неудобно. Да я все равно сторонник того, что, как говорится, в умелых руках-то все балалайка. Подписывайтесь на канал, и вас будет ждать еще много интересных видосов. Вот так, ребятки. Ну, собственно, подписывайтесь. Канал почему-то как-то сейчас странно называется. Ефремов 3003. Вот так, 3003. Не знаю, в чем прикол, но, собственно, кому интересно, подписывайтесь обязательно. Вот, то есть человек, как минимум, играть-то точно умеет, и уже много таких классных фредовских челленджей каких-то бахнул. Так что, милости прошу.